Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Булс. И сегодня я расскажу вам об одном баге, который я недавно обнаружил. Посмотрел много видео на ютубе, ничего подобного не обнаружил, решил записать его для вас. Данный баг я проверял на своем сервере, после чего немножко огорчился, сейчас расскажу почему. Я начал проверять у себя на сервере, и я мог залезть там буквально в любую стену, на любой поверхности. Я ставил просто стену перед собой, максимально на себя ее оттягивал, пока она синяя, устанавливал, и я оказывался в стене, на любой поверхности. Здесь, как видите, я зашел на какой-то вообще левый Battlefield, где просто есть все рецепты, чтобы проверить. После чего понял, что я так мог делать из-за админки, а здесь у меня такие фокусы не проходят. Но этот баг все-таки тут работает, только вот как бы на таких горках. Для этого вам нужно взять стенку, также тянуть ее на себя, пока она синяя, и установить. И вуаля, вы оказываетесь в стене. Не нужны никакие спальники, двери, чтобы куда-то заталкиваться, просто ставите стену и все. Для чего этот баг, я не знаю даже, где его можно использовать. Буквально придумал пару-тройку примеров, например, где пустозаселенная местность какая-то, где постоянно бегают залутные ребята, вы можете так прийти, поставить себе такую нычку тут же и как бы попробовать кого-то отстрелить. Ну еще пример, например, вы можете попробовать как-то засейвить в нем ресурсы, также допустим, ну тут опять нюанс то, что если вы первый раз зайдете на этот сервер, у вас не будет рецептов, скорее всего, у вас и не будет этой стенки, то есть, ну, не знаю. Но если все-таки вы ее как-то найдете, вы можете тут поставить пару ящиков, спальник, и я думаю, их никто не найдет. Можно попробовать сбить с нее вертолет. В теории это должно прокатить, то есть вы будете как бы сбивать его, как будто бы с камня, он даже не будет по вам, скорее всего, стрелять, а вы легко будете по нему попадать. Да и вроде в принципе как все. Ну еще если вы хорошо как бы научитесь ее ставить, то есть если за вами какая-то бежит погоня залутанных ребят, у вас допустим много ресурсов, вы также можете спрятаться в эту стенку и попробовать засейвить свои ресурсы, но опять же у вас может это не получиться и вас убьют. В общем, вот такой вот баг. Сразу скажу, на он прокатит на официальных серверах только, скорее всего. Потому что на серверах сообщества и на модифицированных там есть админы, и за этим там следят, и скорее всего вас там за такое дело забанят.